Вітаю вас, шановні. В ефірі Суспільне телебачення Дніпра, як завжди, о 19:20 в прямому ефірі щовечірнє ток-шоу «Тема дня». В студії я, ведучий Влад Войцеховський, за режисерським пультом Влад Іноземцев, редактор ефіру Борис Клюйко. І ми вдячні вам, що ви складаєте нам товариство цього вже весняного, але ще зимового вечора. От якраз про те, що зима продовжується, власне, з цього ми і почнемо, тому що всім жителям міста оця заметіль додає незручностей, але, власне, є люди, яким від того ще більше незручностей. Зокрема, нещодавно одна сім'я людей з інвалідністю написала у соціальних мережах такий жартівливий пост, хоча по великому рахунку не такий він вже і жартівливий, мовляв, оголошуємо квест «Відкопайте нас». Ну от, власне, виходячи з того, що сьогодні ці люди у нас в студії, їх таки відкопали. Власне, у нас в студії не лише ті, хто кого відкопали, але й ті, хто відкопував. Ну і не лише ми про це, звісно, проговоримо, а про більш серйозні проблеми. І, власне, я радий представити, вже посміхаються, да, в нашій студії голову громадської організації «Океан добра» Ольгу Волкову. Вітаю вас, пані Ольго. І також ви очолюєте комітет з охорони здоров'я і соціальної політики при громадській раді міста Дніпра. Вітаю вас. Також в нашій студії член громадської організації «Океан добра» Олексій Іксаков. Вітаю вас, пане Олексію, вибачте, Іскаков. Вже точно. Ну і, власне, ви є паралімпійцем, і одразу так розкриємо секрет, ви нещодавно повернулись з чемпіонату України з медаллю. З двома. З двома навіть, так? Вітаємо вас. Дуже приємно. І також пані Ірина Іскакова в нашій студії, теж паралімпієць, теж член громадської організації «Океан добра». Ну, от, власне, до вас я звернусь, тому що саме ви, власне, цей пост. Як вас відкопували? Хорошо, прийшов Льошин брат домой. Так. Ну, взяв лопату на следующий день, пішов, помог, откопав. Еще у нас сосед, у которого грузовичок катается, прямо вот наши ворота, его рядом, к нему. И он прокатал там с улицы, тому вчера даже выезжали. А от, власне, Олексій, Ірино, як складається ваш день, от, особливо от в такі дні, коли хуртовина, заметіль, от якось ви в місто вибираєтесь, як це відбувається? Якщо дозволяє дорога, да, от опять же, у нас улица, можно сказать, проездная, если грузовики катаются, там у нас Амур-порт рядом, Амур-гавань, угу. И в гавань туда, бывает, по нашей Сюда улице проезжают. Сделают, можно если хорошо раскатают, да, мы выезжаем. Ну, по колеи, да, а тротуар? Вышу. В магазин? Да, нет, на машине у нас нет. Это только в большие торговые мне центры. Мне час там надо потратить, чтобы сходить в магазин. В торговых центрах там у них свои экскаваторы, пешком они если разгорают стоянки все эти, а маленькие магазинчики нет. Только на машине и только... Да. Вот так. Мы недавно проводили рейд, мы вызывали полицию на улицу Глинки. И вместе с полицейскими, потому что нам негде было там не припарковаться, не сесть в общественный транспорт. И как раз вот ребята подъехали, и вообще не было, все было заставлено. И мы прошлись по городу и обратили внимание, что в городе нет нигде парковочных знаков для людей с инвалидностью. То есть закон вышел, закон есть, а там знака нет. Знака там только на асфальте нарисован знак человека на коляске. Больше нигде нет официального знака, который да, то есть если у нас сейчас снегом засыпало асфальт или ну что-то еще стерся этот рисунок, а официального знака не поставлено. И вопрос, как напротив знака парковаться, то есть знаки есть кое-где в городе, но они не официальные, непонятно как поставлены. Сложный вопрос, потому что припаркован стоит между двух машин знак, угу, между двух парковочных мест, ну и таких везде. И сейчас мы уже выходили на... Ну, вместе с представителями полиции сейчас будем этот вопрос решать, потому что, получается, вызывайте эвакуатор. А на кого вызывать эвакуатор, если человек, в общем-то, стоит, и непонятно, на чем, где он стоит и как? Тобто він все одно не порушує, якщо... Да, ну, ви хотіли щось додати, Ірина?
Да, на парковке Билями горсовета. Хороший есть один парковщик, молодой человек, который закрывает, не дает вставать на место на это, ага, специально обустроенное. Да, мы подъезжаем, он убирает, приглашает, помогает. И все равно умудряются встать место, и тут без бордюра съезд для коляски. Выезжаем к машине, а прям на нем стоит красавец. И никого в машине. Мы стояли, ждали, пока он придет, чтобы Леша мог съехать к машине, подойти. Заехал на бордюр, прям перекрыл этот съезд, все как положено. Хотелось сесть, сзади подпереть и выйти и уйти. И пусть он посидит в нашем шкуре. Как-то, ну вот, но тоже в Фейсбуке постили его. Знаков, вот, как Ольга говорит. У нас на районе, на Фрунзенском, по-старому, сейчас не знаю, как по-новому, под поликлиникой, там возле Хайдарского моста, не помню, Высоцкого, по-моему, Высоцкого уже 2. Начинается улица, Высоцкого 2, стоит знак, два места для инвалидов, все цивильно, они никогда не заняты, все свободно, но дело в том, что с машины выйти, а там бордюр порядка 20 сантиметров, чтобы в поликлинику зайти. Вот я на центральном входе есть пандус, но до центрального входа стоят большие бетонные блоки, чтобы, которые закрывают, чтобы машины нужно туда не заезжали. Нужно объехать вот так вот весь угол, там угол такой, да, и там надо... зелень, травка, которой нужно по дороге все объехать, чтобы на заезд попасть. Вот сейчас в эту погоду это нереально. Пані Ольга, ви складаєте карту доступності, да, міста? От взагалі, як ви оцінюєте взагалі наше місто щодо доступності, от, якщо повну картину брати? Діло в тому, що у нас всі говорять о карті доступності, вже говорять, мабуть, года два точно, і ніхто її не робить. Систематично ніхто не заповняє цю карту. Ніхто, от тільки зараз ми почали з комітетами, на комітетах доступності об'їжджати проект вместе с проектировщиками амбулатории и уже делать привязку на месте и привязку по доступности. А это касается медичных объектов, да? Да, то есть сейчас объехали все помещения соцзащиты, терцентры, тоже посмотрели, там проверку провели. Но у нас в городе все печально. И сейчас разрабатываем программу. Это будет называться личный кабинет. Так как у нас в городе около 4268 человек с инвалидностью первой группы, это на 1 декабря. Сейчас уже намного больше. И эти люди постоянно нуждаются в постоянном уходе. Их должны вести, курировать социальные работники. Угу. И поэтому мы хотим сделать личный кабинет, где будет размещена вся информация, все справки. Также будет размещен, как человек передвигается по квартире или по дому, выход с этой квартиры, все ближайшие объекты инфраструктуры первой необходимости, там, второй, то есть они сразу будут проверяться на доступность и тут же будет заполняться в карту доступності міста. А, і я розумію, що виходячи з інформації, яка розміщена в таких особистих кабінетах, да, тут же можна зрозуміти... І рядом буде, заливатися от карта доступності міста. Да. Що потрібно цій людині? Тобто, мова йде, про, власне, про стандарти, да? От, да, згідно яких має надаватись певна допомога. А скажіть, Олексію, я... Ірино, я так розумію, що громадським транспортом ви не користуєтесь? Ні. Ну, машина появилась, перестали. У нас на районе ездит только один вид транспорта, и это маршрутка, обычная маршрутка. Мы в нее не войдем. Нереально. Нет, конечно. Газельки старые. Обычная маршруточка. Нет, не специальные, ну, не автобусы эти, но ничего. И он один на районе, один номер только. Ну, машина выручает. Да. Я просто думаю, слава Богу, что есть у кого машина. Немає машины. А, ну вот про тех, у кого нет машины, наша организация, мы проводим дома встречи с депо, низкополые, особенно троллейбусы. Ну вот зараз у нас запустили да, с водителями. Маршрут. Также мы проводим часто на комитет доступности, проводим встречи с владельцами АТП.
всегда разговариваем. Ребят, есть телефоны диспетчеров, есть карта, где, в принципе, сейчас же сделали карту, где подъезжают к остановке любой вид транспорта, угу. кроме сейчас на троллейбусах еще нет GPS, и там же указывается, какая из маршруток оборудована для перевозки людей с инвалидностью. И очень удобно, когда люди заходят сразу в приложение, видят и могут, или же созваниваются с диспетчером и Вибачте, на это время тоже. Вибачте, а у нас є маршрутки, які облаштовані для людей з інвалідністю? Да, да, есть, есть. Есть откидной пандус. Но дело в том, что у нас же мы же не хотим только для людей с инвалидностью, мы хотим комфортный город для всех. И я всегда говорю, люди добрые, но первое, что когда слышат люди с инвалидностью, сразу представляют пандус. А давайте вообще уберем все пандусы. Давайте подумаем о том, что завтра вам состарится. Что вам не нужен этот высокий порог, вы от него будете цепляться, что вам надо более контрастные стены, пол и стеклянные двери, какой-то контраст, потому что вы ослабело зрение. У человека всегда, когда вот, ну, если ярко-желтая полоса идет на ступеньке, уже видно, уже ты никогда не споткнешься об нее. Сейчас тоже с нарушением норм ДБН наставили эти пандусы, которые угол выше, чем норма. Все крыльцо, пандус. Да, давайте, вибачте, я зупиню. Да, ми підборку зробили таких пандусів. Угу. Давайте просто виведемо їх на екран, а ви просто будете коментувати. От. Угу. Я, правда... От, ну, наприклад, да. от такий у нас пандус, це я знаю, це червоний камінь, здається. Я... О, це знамените наше кафе, цей пандус вже, мені здається, в легенди увійшов. Да? Це нереально. Ні, ну, ловить понимаете, надо человека, да, чтобы заталкивал. Ну, це красавцы. Просто геніально. Красавцы. Понимаете, здесь еще и само крыльцо. Смотрите, крыльцо плиткой. А поверните там, будь ласка, попереднюю. Крыльцо выложено плиткой кафельной, которая должна использоваться только для внутренних помещений. Ага. Здесь должен быть везде, вот даже на Европейской площади магазин Ева. Я вчера едва в него зашла. Там должен быть всегда перила. Человек должен... Дуже зручні. Человек должен держаться, чтобы вот заходить. Просто если вы уже нарушили норму ДБН, так поставьте хотя бы перила, чтобы люди... Потому что сейчас ввели такие штрафы. Если мы упадем на этой лестнице с нарушением, извините, всех норм ДБН, то сейчас штраф же очень большой. Ну, до речі. А є у нас прецеденти? Вже платять штрафи? Невідомо. Ну, це взагалі просто знову ж таки, це ми вже це кафе ми бачили, а попередню картинку поверніть, будь ласка. Там просто геніальна інженерна думка, як мені здається. О. Угу. Ну, тут металічні щіт кинули і все. Порядок. Дешево і сердито, знаєте? Да. Знаєте, що мені ще подобається, що людина має їхати по цьому пандусу, ну, умовному. А двери відчиняються теж на цю сторону. Очень выгодно, знаєте, шел от головной боли за таблеткой, заодно купил мазь от ушибов там, ну, например. Очень неудобно в аптеке. А грязь то снимается хорошо на нем. А, ну, ну бачите, теж є свої плюси. На сьогоднішній день, коли ми говоримо, ну, кнопки не должно быть. Нам сразу говорят, а у нас здесь сети пролегают. Давайте пояснимо, що ви маєте на увазі, кнопки не мають. Ну, вместо пандуса сейчас еще ж нововведение, ну, угу. оно как бы старовведение, есть кнопки. Ну, люди с инвалидностью, они, знаете, вот как собачки стоят под дверью, да, и тоже ж унижение человеческого достоинства, просто делают кнопку. То есть ты подъехал, вызываешь, и работает она, не работает, к тебе выйдут, спросят, что ты хочешь, может быть, там что-то вынесут, да, ну, такого плана. И получается, что кнопки, во-первых, тоже, ну, расстояние 70 сантиметров, я уже молчу, на какую высоту их ставят, но сам факт, они говорят, что у нас есть заключение, включение ДБН, что нельзя, здесь сети проходят, нельзя ставить пандус. Люди добрые, сейчас вот сеть, я медакадемии очень благодарна, действительно, сеть аптек, которая, в общем-то, по предельным нормам, там все в порядке. Там и пандусы есть, и все. Но они еще больше, вот мы с ними объехали, там было несколько нарушений, вплоть до того, что даже в своей амбулатории они ставят сейчас туалеты, доступные для людей с инвалидностью.
То есть они ждут люди, они хотят, чтобы людям было комфортно. Если человек не на коляске, то извините, даже просто пожилой человек удобно держаться за поручень и пользоваться нормальным унитазом, а не вот этим с нарушением всех санитарных норм, этой дыркой в полу, которую сейчас очень модно делают на трехкафельных ступеньках, да, и закрывают унитазы. И... страшный сон. А дивіться, ну, добре, на костылях. Умовно кажучи, ну, є у нас пандус. До входу, в яку, вам же ж доводиться, я так думаю, якісь довідки, обстеження проходити. Увійшли, з пандусом все нормально. І а все. Рахуючи те, що у нас кількаповерхові, як правило, да, адміністративні будинки. Ну, та ж міськрада, ну, правда, там ліфти. Даже поліклініки. Ага. А в міськраді теж все нарушено, тому що у них підйомник, а підйомник, ну, на підйомник не чоловік, наприклад, вот на костылях не може туди зайти. Це страх, це ескалатор. После... Ні, просто такой підйомник. А, просто. Да, у них там три ступеньки, і на них такой небольшой підйомничок. І на этот підйомничок теж чоловік тяжело підніматися по лестнице, даже після інсульта. У них вообще нарушено, ну, там і параліч, і нарушено ну, в общем, на этот он боится встать подъемник, а по лестнице ему тоже очень тяжело. Хорошо, там сейчас перила сделали, ребята услышали. А раньше же перил не было. И вот это по стеночке эти бабушки карабкались. Ну, это было печально смотреть. На поликлинике в старых зданиях, которые бывшие детские садики, там вообще даже разговора нет. Потому что там на первом этаже, как правило, нет никого. Ни одного врача. Все на втором. У нас поликлиника, 4 ступеньки, крыльцо, без перил. Внутрь заходишь, врачи все на втором этаже. Старое здание. Приезжаю, вызываю на улицу, говорю, понимаете, у меня пациент ваш. Внизу в машине, вот как хотите, осматривайте, все. Я его не затащу на коляске. А как мы его в машине будем осматривать? Кто выходит, как вы ехали? Кто не выходит? Ну вот, выходят так для... Ну, как возможно, по возможности что-то, конечно, выходят, но это же не тот осмотр, как в кабинете, нормально. 9-я больница, поликлиника, извините, там заходишь. Хорошо, заходишь. Нормально, все, там небольшой порожек, двери, все, заходишь, хорошо, все замечательно. А внутри 4 ступеньки. Внутри 4 ступеньки и вот такой вот пандус. Типа, с одной перилкой, на которой очень крутой. И сам не заедешь. И стоишь, у нас менталитет, у нас не ждут активных огромное фойе, место с инвалидностью. Валом. Ну, это в крайнем случае это пациент больной, которого привезут, занесут, он сам не может передвигаться, кто он такой и вообще, ну где вы видите этих людей с инвалидностью в городе? Какие пандусы, кому так это там надо? Там тому и немає, що... Власне. А ми к вам домой приедем. А нам не надо домой, ми хотим к вам в гості. Ну, а от дивіться, ну, картину ми домой же не намалювали дуже, ну, таку невтішну картину, звісно. Нет, сейчас... Що робити? А, сейчас у нас, я очень благодарна Борису Альбертовичу за эти низкополые троллейбусы. Это действительно выход, это большой выход для людей с инвалидностью. А также благодарна господину Пинегину за низкополые автобусы, которые единственные в городе. А, я тоже очень благодарна. Но опять же, это все чудесно, но эти автобусы и троллейбусы не подъезжают к бордюру, не подъезжают к посадочным платформам, потому что, да, им перекрывают, нет правильной разметки, опять нет знаков, нет посадочных платформ, где была бы разметка, куда бы не подъезжали машины, не парковались, где он, подъехав к платформе, он также не делает... наклоняет этот автобус, этот троллейбус, как принято во всем мире, как делается в Виннице, в Киеве. Там подъезжает низкополый троллейбус и наклоняется. И тогда уже это не 40 сантиметров подъем с высоты на скользкий пол этого троллейбуса, когда, ну, я, например, с трудом, я смотрю на этих пожилых женщин, я туда с трудом поднимаюсь, и очень тяжело, я смотрю на этих пожилых женщин, и, ну, это такое неуважение к людям. Так, а чому? Это нарушение можливо, всех технических норм. Дивіться, якщо запустили нові автобуси, тролейбуси, а люди з інвалідністю не можуть ними все одно користуватися. Для них люди з інвалідністю – это человек на коляске. Вот если стоит человек на коляске, он наклонит тролейбус. Так. А просто пожилой человек. А я маленького роста, даже здоровый человек, женщины маленького роста, пожилые женщины. Ну как туда влезть, когда подножка, извините, 40 сантиметров?
Що робити? Ну, пытаемся, собираем. Вот сейчас будет опять у нас еще одна встреча с руководителями АТП, с руководителями депо. Опять будем, глядя в глаза, мы встречаемся, мы глядя в глаза друг другу, пытаемся, да, сказать, вот это люди, которые из-за вас не могут пользоваться общественным транспортом. Потому что вы не выполняете те нормы, которые у вас прописаны. А можно так, от, як ми перед ефіром з вами розмовляли, пане Олексію, ви з Німеччини, да, здається, досвід, що водій просто під'їжджає до зупинки, є там люди на колясках, чи він не ці, він просто опускає, да, так у них технічна документація у наших водителей це прописано. Ага, мають вони це робити. Да, вони обязаны это делать. Но они почему-то говорят, вы требуете. Как интересно можно потребовать? То есть он должен подъехать с закрытыми дверьми, сначала опустить троллейбус, а потом открыть двери. А вот, вот, ну, а конечно же люди сразу туда-сюда хлынули. Или потом он мне говорит, как я на платформу буду подъезжать, когда люди стоят на земле. Я говорю, а вы посигнальте. Я вот несколько раз так сама ездила с троллейбусниками, просто говорю, сигнальте им. Посигналил, зашли, подъехал. Прекрасно с платформы люди, ну, зашли. Не без этого. Говорю, ну, смотрите, люди же вменяемы, вы посигналили, они ушли с земли, они встали на платформу и комфортно зашли в троллейбус. Даже не поняв, что такое, ну, бедные, ну, привыкли, да, что с ними обращаются, как... А де дивіться, Олексій, Ірина, я розумію, що зараз ви більше на машині, але все ж таки, от як, коли все ж таки доводилось користуватись громадським транспортом, як люди, пасажири реагують? Ну, є таке там, посторонись, інвалід. Ну, знаєте, я, наприклад, не їздив на транспорті, навіть коли машини не було. Если так було розстояння... Сидя на полу в маршрутці. А, це междугороднє, я ж за общественне говорю. Если расстояние так часа два на коляске, я ездил вот в парк Глобы через старый мост сам по себе. Угу. Сел на коляску и поехал. А Ирина трамвайчиком там это переезжал. Вы видите, вы просто на коляске, да, на коляске, да, без транспорта, да, просто на коляску, через коляску, да, да, в парк Глобы погулять. А я на транспорте следом. Бывает так. У нас вот Алена часто ездит на маленькой коляске, маленькая девочка с мамой, 40 килограмм, конечно, и то, ну, целая проблема, чтобы попросить занести, то есть, ну, как правило, кондуктор женщина, ей тяжело, она не может, так, хотя, ну, вместе с мамой, там я вместе с мамой заношу Алену, это не тяжело, то есть, ну, попросить занести, сразу вот если на конечной, на Левобережке она еще сядет в троллейбус как-то, то на Островского там один троллейбус всего двадцатка ходит, и, конечно, вы понимаете, его штурмуют сейчас из-за того, что нет по Новому мосту, там стоит штурмом, ей вообще там, ну, сесть очень проблематично. И постоянно вот тоже в такую погоду выезжать, нет GPS-а, диспетчера знают, не знают. И сколько раз уже было, что приходилось брать такси. У нас были несколько раз скандалов, доходило, ну, вроде регулируем, потом опять. И, ну, как бы вам сказать, то есть мы не хотим именно для людей с инвалидностью комфортно, мы хотим, чтобы люди начали уважать себя, начали уважать других людей, чтобы, ну, люди не выходили на землю перед троллейбусом, потому что он все равно не подъедет к платформе, не наклонится. А ждали его там, зная, что сейчас комфортно, не надо будет там втискиваться. Угу. Если там место, ну, человека с инвалидностью, знали, что, ну, заехать, пропустить его, все в порядке, никто ж не самолет не улетает. Ну, я так розумію, що то громадського транспорту, ну, в першу чергу, це стосується міського комунального транспорту, там, де є, тому що з маршрутками, мені здається, це просто безнадійно. Ні, є маршрутки, оснащенные подъемником, гидравлическими подъемники у них стоят, Богданы. Угу. Их немного, но они есть. Я как-то общался с водителем, говорю, у него знак на автобусе, что это есть подъемник в автобусе. Говорю, если я в городе попрошу вас остановиться, опустить подъемник. Он очень засомневался, он сказал, что, во-первых, он не обучен пользоваться этим подъемником. А во-вторых, он сказал, что я больше сомневаюсь из-за нашего народа, никто не будет ждать, пока
опустится подъемник, пока погрузится, это все буквально минут 10 надо потратить. А все вечно опаздывают, тот на работу, тот кому-то в гости. И говорит, у нас люди такие еще, что вот подъемник, говорит, у меня полгода постоял нормальный живой, а потом его изнутри просто разломали. Тому мешало стоять, что-то отломал, тому мешало еще что-то отломал. Ну, вы знаете, все зависит от людей. У нас есть девушка на коляске передвигается, Соня, с Фрунзенского. И там маршрутки не оборудованы, но ребята заносят ее. Никогда и, в принципе, редко, когда ей там что-то отказывает. И она созванивается там, и заносят, и разворачивают. То есть, что она там перекрывает проезд. Ничего, малыш... Сиди, угу. Это твое место, то есть все зависит от людей знают, и да? отношения. Да, они ее знают прекрасно, то есть она тупик. И те, которые действительно начинают тут выезжать сами, и сами, ну, в общем-то, это начинается. Вот. Я очень рада, что за таких вот девушек, а за таких людей, потому что я же всегда говорю тоже, ребята, когда мы смотрим троллейбусникам в глаза, я говорю, вот от вас зависит, будут они пользоваться общественным транспортом, будут ли они комфортно ездить. То есть да, пожилые люди у нас тоже вот не сядет в троллейбус, поплачет и все, бабушка-то, и будешь ждать следующего. А они же следующего не дождутся, им опять надо тоже только низкополый. Извините. Да, або через весь міст, через міст по проспекту самому. Слухайте, я думав, ми до якогось, от під кінець передачі прийдемо до якогось висновку, побудуємо якусь програму дій, що нам треба щось робити, щось починати, якийсь перший крок. Ну, зокрема, тут я бачу перший крок, що водії тролейбусів. Бути добрее, люди, і терпімі. Вот это перший крок. Менталітет. Да, менять в голове у себя каждому. Да, человеку. Увидеть, что мы же не для себя хотим, чтобы людям комфортно было в этом городе. Мы хотим, чтобы всем было комфортно в этом городе. Потому что, посмотрите, исчезли мамы с колясками. Невозможно в наш транспорт сесть с ребенком, еще и коляску туда затащить. Они исчезли просто. Дети маленькие, выросло целое поколение, которое с года, вот как они начинают ходить, они за мамой идут за ручку. Куда бы она ни ходила, она не может с собой тащить ни в магазин, никуда, и по ступенькам эти коляски. Эти дети только на коляске ездят, там каких-то там даже колясок нет, а сейчас какие-то типа велосипедов, они там сидят на них. И нарушены у первоклашек, нарушена походка, у всех искривлены ноги, потому что они ходят больше нагрузки, чем положено. Даже в этом плане мы хотим, чтобы этот город был комфортным для всех. И для этого мы хотим, вот эту, делаем эту программу, чтобы люди видели, будет разрабатываться специальные таблички, поощрения, чтобы вот эти кафе, где действительно ждут людей с инвалидностью, их уважают, что эти кафе прекрасно оборудованы, что они, ну... Ну, да, если ми нашого клубу не хотим в кафе. Де людям з інвалідністю, де їх готові зустрічати, ну, де інфраструктура, ну, власне, готова приймати. Ну, на сьогоднішній день я знаю тільки несколько міст, які дійсно оборудовані, де от ми проводили в Мінорі несколько семінарів, і там нас услышали, переділили навіть туалети на більш такий, ну, тобто у них режим відкривається, вона замирає, і потім, тому що всі двері з возвратниками должны еще становиться в позицию, когда она не может закрыть, ну, чтобы мог проехать человек. И там нас услышали, сейчас очень хорошо Минура для этого приспособлена, для таких мероприятий. Конечно, цены там, ну, есть более такие вот летчик, там шикарный туалет, вообще мне очень нравится, хорошее заведение. Ну и в принципе, их можно вот так по пальцам пересчитать. Ну, так, да, але туди треба ще доїхати якось. Большие торговые центры. Да. Тот же караван, там тоже большой туалет. Макдональдс. Аполло на Титова. Ну, да. Вот, например, тот же пассаж все равно, вот этот маленький, который зацепляется, этот маленький порожек, он еще и не обозначен хорошо. Вечно там люди зацепляются, падают. Слухайте, я щиро вам вдячний за розмову. Я просто переконаний, що ми лише починаємо, хоча ми регулярно начебто звертаємось до цієї теми, але от щоб
якусь реальну програму дій. От чудові слова ваші, Ірина, да, сказали, що потрібно починати з себе, потрібно бути добрішим, але ж потрібна і програма дій, потрібно знати, що нас, ну, зрозуміло, не приберемо ми прямо зараз, не побудуємо прямо крізь правильні пандуси, не приберемо ступеньки, але ж цю стратегію ми маємо мати, ми маємо знати, що нехай не сьогодні, завтра, післязавтра, але не буде ступеньок у нас на червоній лінії. Що замість цих ступеньок, сходинок має бути, теж треба вирішувати. Я так думаю, у нас, ну, у вас, так, у нас такі, попереду багато ще, да, а в глубинках города. Комфортное место. Сейчас поддерживают, в общем-то, многие департаменты, уже всех обошли. Сейчас идет у нас уже за депутатами работа. Угу. То есть, ну, вот будем... Будем, ну, і звісно, да, з водіями тролейбусів, автобусів, тим більше, що це міський, комунальний транспорт, тим більше, що якщо є там інструкція. Ви слухайте, ви коли будете проводити зустрічі, ви нас запросіть, ми теж приймемо участь. Хорошо. А можливо, і запросимо їх до себе в студію, поговоримо. Дякую вам, шановні. У нас з вами... От я з вами говорю, а мені самому соромно, у нас немає пандусу. Да? І хоча у нас є виправдання, і ви, мабуть, його розумієте, що ми там бідні бюджетники у нас, але все одно от, зараз ми з вами будемо проводжати вас до вашої замуж, машини. А жила я в Дніпродзержинське прописана, і там 6 ступеней в під'їзді. Угу. У мене мама пішла, купила мішок цемента, вийшла за дом, насобирала камні і зробила пандус своєму зятьку. Сама, своїми руками. Выход. 50 гривен мешок цемента. Все. Никто не возражал из соседей. На пол ступенек. Перекрыл. Добре, шановні, вже у нас, я щиро вдячний вам за пораду. Можливо, ми так і зробимо. Дякую вам, шановні. Дякую вам, що були з нами. І дослухайтесь, дуже прошу, до слів Ірини. Давайте розуміти один одного і робити комфортним наше місто один для одного. Від цього, це, власне, і є головним. На все добре, побачимось.